С наступающим, дорогие родные наши! С праздником! Да, благодарим, что вы с нами. Андрей, орехи ждут. И вот здесь 10 штук. А тут их где-то еще втыкаю, еще это мои. Но это уже после зимы. Надо этим заниматься, да, сейчас. Ну, после грузи, зимы. Андрей, это от нашей. Ой, благодарим нашей вас. Так, ну мы на прогулке не подготовлены. Да. От нас тоже будут сувениры. Все. И чтобы мы еще ореховую сделали. Настоечку. И чтобы еще выпили. Толя, держаться, держаться. Держу. Это самое. Он держится за палочку. А когда это сделали эту хорошую? Только вот месяц назад. Великолепно. И еще буду делать и делать. Так что тут все. Все. Красиво. Благодарим все, вас. Все. Я прийду буквально с лопатой, вот. И мы повтыкаем их где-то здесь. Вот так и сделать. Андрей, я прийду с лопатой, и мы повтыкаем здесь так и так. Да, хорошо. Ореховая аллея будет, правда? А? Ореховую аллею. Ореховую аллею. О чем мы мечтали? Все, кто отворяйся еще. Да, хорошо, да. А ты принесешь этих... Где ваше окно? Вон. Доделал. Дождемся, доживем. Опа, Вячеслав Айтенко. Рекордсмен Винницкой области на 100-метровочке. Опа. И дальше. Пошли. Целая беговая дорожка. Ой, супер. 10-4, так было. Ух ты, смотри. Вот это скорость. Да, и всего лишь 82, так? Всего лишь. Или... Да, всего лишь 82 года, да. Ну и 86 папе. Вот 86, как раз да. Одноклассники. Одноклассники. Дай Бог, чтоб подольше там. Да. Ты вдохнул меня, ты видишь, как это самое. Тут беговая дорожка классная. Супер. Все, мы пошли. Да, благодарим вас, дорогие. Да. С наступающим вас и всего-всего. С наступающим, здоровья вам. Да. Ну, всего самого доброго. А телефон, если мы решим, мы тебе скажем, ты как-то... Благодарим вас, дорогие наши друзья. Ну, молодцы. Веселые, спортивные. Да, вот это я еще помню по школе. Учительница наша дорогая и по математике. Ой, стулья улетают. Так, благодарим за сувениры, подарки. Боже, сколько всего вкусного. Ай, орехи. Конечно, все покушаем. Так, стульчик. А, с удовольствием. Ну что, ветерок есть, да, папуля? Настроение приподнятое. Мы кружок вокруг дома и домой, правда? Прогуляемся. И все. И на сегодня 31-е мы отметили чудесно. Благодарим вас, наши друзья. Настроение подняли прямо, ну, просто прелесть. Дай Бог вам здоровья, детям, и чтобы было все прекрасно. Представляешь, подарок папуля. Новогодний под елочку нам. Да. Даже и побегали. Вячеслав Ватенко, рекордсмен Винницкой области. Также рекорд держится, да, 100 метров и готов участвовать в соревнованиях. И мы также все в теме готовы. Вот скушаем орехи. Встретим Новый год и на беговую дорожку, да, папуля. Я также в теме тренируюсь и участвовал в чемпионате Украины, также в Ильичевске, это Черноморск. Еще с Романчикой выезжал, наверное, 17-18 год, так что мы все готовы. Так, хорошо, вот такой новогодний с поздравлением репортаж от наших друзей, Байтенко Вячеслав, и Нона, и Танюша, и Сергей. Ну, приятно, очень приятно, что... Есть у нас такие классные, добрые, красивые друзья. Счастливо, Горишка, с вами.